сьогодні. Тема нашей сегодняшней программы «Боюсь найти маму». Когда вы видели свою родную маму? Можно сказать, что ни разу, потому что я была залежена еще в половом будинку. Что мама прочитала в вашем дневнике? Захожу, и тут мама мне начинает. Ты написала «мама» в лапках. Она потом говорит до меня, ты я не рідна. Вы хотите найти Танину маму, биологическую? Я хочу, чтобы Таня моя була щаслива. Спочатку Таня відказалася. Чому? Через відчуття страху. Було якось неприємно розстатися з такою сприємною мамою. Я не хотіла ще раз відчути на собі ту негативність. Говорить Україна. Сьогодні 19:45 на каналі Україна. Уважаемые наши зрители, смотрите еще больше невероятных историй. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.